Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. Записи, допустим. Ладно, давай так заберем. Ну, допустим, ладно. Хопа. Капка есть. Ну-ка так сделаем. И в него. Damn, fuck. Разыграйте Михи Наки, разыграйте заклинание, положите в руку карты. Фак. Ну, в целом, смотрите, здесь можно играть что угодно. Лучший, я думаю, это Фолиант. Фолиант просто, я думаю, самый классный, самый лучший. Медальон Грехопада, сидеть во второй таверне, типа Михи Наги, то есть мехов играешь, за счет этого у тебя будут улучшаться, это скучно, это говно. Положите в руку 30 карт. 30 карт ради маски. Вообще, ладно, 30 карт довольно много все-таки. Наги есть, поэтому это предлагается. Нет свинок, но есть наги. Наги карт дающие карты, поэтому считается, что маска здесь может выполниться. Но в нашей ситуации с нашим столом и с нашим агазом это не так хорошо, поэтому все-таки заберем здесь именно фолиант. И давайте фолиант потихоньку выполнять. Есть под фолиант вот эта штука. То есть spell. Было бы неплохо найти сейчас в ближайшие ходы еще одного, ребят, гладиатора. То есть надо вот эту штуку не продавать. И с обилки его же собрать и получить оттуда кучу заклинаний. Потом карты за 2 будут окупаться. И во что мы хотим здесь играть, это снова элемы. То есть именно элемы, карты за 2 выкупаются. То есть у тебя есть рерольщик, выкупаешь. Считайте, у вас есть обилка Милхауса без плохой версии, то есть без рерола за 2. Хорошо. Так, теперь по трекам ставлю. Наталья Орейро. Тарарарара. Тарарира та ты та 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 та. Рыба мясо есть. Мне же 5 пробивают. В целом плевать, забираем. Левел, роу. Да сколько это байт, подождите. А плевать, я забайтился. Я забайтился, ребят, попался. Никогда же не проигрывал Цедрита, правильно? Ни разу такого не было. Ауч. Ауч. В него первую тычку. Ноу. Ну... Ну они сотовые. Они, ребята, сотовые. Да блин, сейчас, секунду, думаю. То есть я вот это сейчас забираю. Возможно, ребят. Возможно, подождите, что-то надо прикольно придумать. Сейчас что прикольно надо сделать. Забрал 1-1 разведчика. На следующий ход разбиваю разведчика. Оттуда прокает щитки, чувак. Я не знаю, будем его собирать трепец обилки или нет, но мы на следующий его продадим. Заберем левел, соберем. В любом случае, я не хочу собирать сейчас триплет в 4. Я бы хотел его, если собирать, то собирать в 5.
Может, на следующий просто левел заберем циклон, даже под стеним поддержим. Потом подождем, когда разведчик докачается до третьего дропа, и его будем разбивать в возомлённое духа. Возможно, вот это вот сделаем. Ноу. Fucking fuck. Сабилки меньше статов, в смысле... Нет, я не буду, элемы собирают сабилки. Чего? Я говорю, разбить. Ладно, мы нашли так гладиатора. То есть левел собрал его, я же лок нажал, чтобы его забрать. Заклинание разыграйте. Так, хорошо. Пам! Не получилось. Не получилось, а почему? Допустим, оп. Карты теперь за две выкупаются. Продал левел. Продал. Просто так поставил, прокрутил. Монеты забрал. Если будет дракон, то в этом был смысл. Такое. Прокрутил чисто, чтобы был, если дракон спят, это верный, вот этот вот, песчаниковый дракон. Тычки больно хорошие, прям слишком хорошо деремся. Идеально. Хорошо, с черепашкой нельзя проиграть, я так понимаю. А чё трак-то недоступен? Сейчас найдем. Так, ребята, так. Вата нам. Ладно, в говоке сейчас надаем эту обилку. Плохая реализация. Ну пошел, 3-2, ребята. Пошел, ребята, жесткий 3-2-2. Название трека Dream On. Слишком сильно. Слишком сильно, слишком больно прибываешь. Вот него давай. Так, направо. Направо. А подожди. Окей, проиграли. Нормально. Нужно было лузнуть, все хорошо. Чуть-чуть, почти справились. Это было почти... Не победа, вроде ничья была. Спасибо за стримы, Браза. Поднимаешь настроение в скучный вечер. Рад, что нравится. Надеюсь, оно и дальше будет нравиться. Спасибо за поддержку. G-man.
Побольше времени играем, чтобы он забафался, что такое. Сюрприз менталь. Еще Роу давай. Ты довольно хорош. Хочу ли такой трепет собрать? Как будто нет. Или что, берем, пофиг, не выделаемся. Я просто бы его забрал и Вольф, наверное, сделал. Но все-таки так. Подожди, может это тоже подойдет? Я Лему хочу быть. Я класс или менталь? Окей. Я классный Калисгос. Окей, я просто классный. Допустим. Это тоже работает, тоже карта за 2 окупается. Но нам все еще, я думаю, нужен рерольщик. Так или иначе. Неважно, чем мы играем, нужен рерольщик. И там, ребята, и там нужен рерольщик, ребята. И там, и там. Мы драконы, да, мы перебываемся потихоньку. Мы просто хотим найти, что будет сильнее, с чем можно поиграть. То есть будет ракометаль, будет рерольщик. Это круто. То есть Калисгос плюс этот дракон. Все равно можно сделать Калисгос, дракон. Можно все равно даже забрать все еще, не знаю, там, и этого, полетие реальности сюда. И, не знаю, там, девочку 2-3. Там много карт, которые могут подойти. Много чего прикольного есть. А подожди, куда? Так, сейчас, Казипак, давай, будет твой трекич. Поехали. Да что уж там, держи еще. Я с Ютуба пришел на канал КСТ. Блин, все, я понял, Казипак, большое спасибо еще за 1000, что просто. Огромнейшее тебе спасибо. Прям вау. Прямо вау, конечно, прям вау. Сейчас, секундочку. Давай так. На белке, а еще там одно да есть. Уа-а-а! Все, у меня тут Калисгос может быть. Последняя, да, белка осталась. Пертов нет. Блин, что-то я этот. Другой надо было, конечно, другой надо было сделать. Я думал, вообще панду делать активацию, наверное, надо было так делать. Панду надо было брать активацию, сразу продавать. Я просто думал, что эту штуку поставить закрывашку. Слишком много всего есть. Надо было просто быть чуть более решительным. Вот, сейчас, Казипак, я большущая, спасибо еще за 1000. Сегодня, кстати, еще это, довольно много людей, которые пришли именно с Ютуба. Это приятно. Приятно, что на Ютубе смотрите, нравится, и потом приходите на Твич, чтобы прям, ну, очень-очень приятно. Очень приятно, ребята, очень приятно. Есть место на тебя, кого-то нет. Т-
Так, блин. Роу? 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 Рольчика не буду брать. Хотя, блин, может, стоило. Роу? Роу? Блин, может, стоило, кстати говоря. Роу? Серпенс Ментали есть, отлично. Брана, может, дашь или что-нибудь такое? Что насчет такого думаешь? Что думаешь, Боб, насчет того, чтобы Брана мне дать? Сейчас на все про все как будто места немножко нет. Так, пошел вон, короче. Ладно, не знаю насчет продажи, поставить сразу его. Вообще, терапия заметали, да, отсюда мог упасть. Я хочу где-то обилку прожать, но я желательно, я бы, если нашел Бран, я продал бы торговку, я бы продал там все пары, тебя даже продал бы, все напродавал, чтобы просто последнюю обилку именно в него сделать. Вот это было бы здорово. Насчет стенки, ну, можно тоже ее попробовать собрать. Ну, конечно, много всего есть. Жаль, что пары так собрались, но если не соберутся, то можно продать, ничего страшного. Это окей, так бил, да, это на самом деле крутимся. Рерольчика тоже непонятно, продавать или не продавать. Так, сейчас, следующий трек поставлю. Вот, Кадзипак, твой, еще раз тебе, блин, большое спасибо. Очень приятно. Ну, давай. Так, сюрприз Менталь не упал. И тут непонятно, что мы делаем. Нет, я думаю, это нужен все-таки. Ты уходишь. Роу. Стенка есть такая. Там и без стенку собрать. Ребята, сложно. Почему так сложно? Вообще-то это хорошо, да? Я видел там эффекты конца хода, но как будто я должен ролить. Я просто хотел, даже про это пишет, нет, но на всякий пожарный, если кто-то пишет. Блин, просто почти не так можно легко собрать что-нибудь. Так, ладно, окей, давай, так. Слишком жадно, я понимаю. Можно было просто Брана продать сразу... О, не Брана, а этого, Кальсгоса продать. Тебя дособираю, да и, наверное, тебя поставить закрывашкой, что такое. Короче, помойку, да, можно, можно. Тут много чего можно делать. Тут на самом деле нет такого, что там один единственный правильный вариант. Тут столько у вас возможностей, когда карты две покупаются, продаются, столько, ребят, возможностей. Что не делаете, все правильно.
Там дальше Арсмит еще аним заказал. Может скип нельзя. А, это я не скипал, она резко закончилась просто. Нельзя, она резко закончилась, я не скипал ничего. Welcome back. Welcome back. Кто сурендер? Не надо сурендер. Так куда все время это делать, не пойму. Ладно, давай так. Как нет золотого. Хз, хоть места нет в руке, ну пофиг. Понятно, кстати, нормально. Штанишки снять здесь, соты на что-то еще накинуть, точнее, эту штуку на что-то еще накинуть. Что-то, ребята, есть. Ага. Ага. Понял. Готов, лаг, это верно. Не, еще не готов. Еще не готов. Мы особо не сильно же крутимся, пока мы еще ничего не делаем. Так, наги, ну допустим так. Золотой бран у него. Походу лаги уже идут жесткие. Мне нужно 5 раз прокликать на карту, чтобы... Заберем, ладно. Не буду такую штуку брать. Роу. Почему его собрать проще, чем золотого тебя? Привет. Привет. Отправил тебе видео, на котором я голенький в костюме Номи. Как договаривались. Жду твое обещанное видео с черепашей Анком. Так, это ты случайно ошибся и не тому написал. Ну ничего, я тебе подскажу, вон он в чате сидит. Вот он в чате сидит, надеюсь, он тебя услышал. Ну, что спел, то спел. Покидайте друг друга видюшки, какие там хотите. Так, ребят, что на следующий ход делаем?
Минус девочка, и потом новый ищем, или что? Как на следующий ход усиливаться? Бран и минус, если Бразблеск найдем. Так, сейчас. Василий Петрович Котиков, ставлю сейчас твой трекич, и следующим аноним твой поставлю. Мистер Рольчик, так нам нужно реролить за счет него, это наши деньги. Золотой реролчик, пошел ты! Отсюда сюрприз менталь. Девочка шла отсюда. Тогда... Продал. Тут у нас бессинг был. На следующий можно было забрать, но... Сейчас будет триплет его. Смотрите, смотрите, смотрите. Вот он. Пока не смотрите. Лагает. Но мы хотим девочку на закрашку сейчас поставить, так что... Если вдруг увидите, кричите. Кто? Кто? Есть, ребята, first try. Ну, долго до этого. Понятно. Да! Куда ушла? Стой, куда ушла? Вернись! А вы что молчали? Ты голду не успеваешь затратить. Ну, больше реролл есть. Если я продаю реролл, то у меня и голды этого не было. То есть не было бы ситуации, где я не успеваю голду тратить. Лучше, когда у тебя есть голда, и ты не успеваешь тратить, чем когда голды вообще нет. Надеюсь, с тобой еще раз потолкаемся. Слишком медленно играешь, так ты не выиграешь. Так, а если я выиграю, то что? Если я выиграю, тогда что? Значит, повезло, а ты за слова свои отвечать не будет. Ну как тебе катка? Если понравилось, оставляй комментарии. Пока-пока.